Я думаю, конечно, счет в целом, наверное, не отражает соотношение сил команд «Зенита» и нашей команды. Ну, конечно, «Зенит» хорошая команда. И я знаю, у них сейчас три человека сегодня играл из «Зенита-2». И нападающий Долгов хороший, конечно, из «Зенита-2», который три мяча сегодня забил. Ну, наверное, бывают такие матчи, когда ну, не все залетает, но из двух ударов один сегодня залетал в наши ворота. Плюс, наверное, все-таки неоптимальное было состояние сегодня. Сразу с поезда мы приехали на стадион, и, наверное, все-таки это сказалось. И сразу пропустили на первых минутах. Ну, даже по сегодняшней игре видно было, что ноги не бежали, что называется. Но, несмотря на это, все равно какая-то игра была, что все равно вселяет оптимизм. И я думаю, что в оставшихся пяти играх мы все равно, я думаю, достойно завершим сезон. Все-таки мы о себе неплохое впечатление оставляли. Я думаю, должны мы в эти пяти играх все-таки выйти на какой-то свой уровень и доказать, и показать, что все-таки те успехи, которые у нас были, все-таки были не случайны. Ну, я думаю, все по игре нас сегодня полностью переиграли. Нам нужно бы стыдно за такую игру. Ну, что, сделаем выводы, думаю, исправимся. А так, ну, раз не забили, тоже плохо. Хотя, вроде, в первом тайме были моменты, но во втором уже очень быстро пропустили три гола, поэтому, я думаю, нас это полностью убило. Что-то нам, наверное, не хватает или что-то у нас пропало. Последние три игры мы как бы сами не свои. Нужно нам искать вот ту частичку, которая нам помогала в прошлых играх. Второй тайм просто мы сегодня вышли. Быстрые вот эти голы, мы, наверное, совсем расклеились. Нужно просто забыть этот матч поскорее и идти дальше, выигрывать оставшиеся вот эти пять игр. Просто вышли, не собрались. Может быть, дорога сказывается. Ехали всю ночь, вот. Вышли на поле, ноги сели. Но это не оправдание. Две команды в одинаковых условиях, конечно. Не знаю. Посмотрим игру, тогда тренер скажет, какие там ошибки были. «Зенит» действовал агрессивно, ну и, конечно, и мы позиционно ошибались. И я думаю, здесь связано и «Зенит», и, конечно, себя уверенно не снимаем наши ошибки в обороне. Все голы практически со стандартов. Надо смотреть и разбирать.